Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня будет бомбящее видео о очередном фейке. Я уже вам показывал атаку фортов, решил записать отдельный видос. Многие ребята, думаю, надеялись на это, но надеяться, в принципе, не на что. Атака фортов не изменилась, к сожалению, и нету у нас атаки фортов двух дней, ну, два раза в неделю однозначно не будет. Сейчас пройдет атака фортов, я вам покажу еще один прикол. Думаю, многие уже видели, кто не видел, еще раз удивляться. Так, где там наш оккультист? У меня он, правда, не вкачанный, но хоть с таким побегаем. В общем, тайванский сервер, на английском я уже бегал сегодня. Вот, отлично, сейчас мы сюда нападем. Даже не сюда, давайте где-то сюда. В общем, что нам обещали? Нам обещали, что раз в неделю будет атака фортов. К сожалению, это не так. Второе, обещали, что пачки будет засчитывать автоматически победу, если у вас больше героев, а у противника меньше. Соответственно, это было как бы... Было бы интересно и был бы плюс против героев. Там, где есть выживание, маскировка, вы знаете, это прекрасно. Думаю, многие, это там Фрейя, это Зефир, это Огники. Ну, у кого какой топ, в зависимости от этого, думаю, у всех одна и та же проблема. Они не могут убить пачку за 3 минуты. К сожалению, этого не решили. И я сегодня так посмотрел, побегал, еще нашел одну такую интересную проблемку. Это то, что можно собрать пачку, которую сложно, точнее не сложно, ее нереально просто убить. Даже если у тебя будут максимальные прокачки, вы убить не сможете. Я не буду вам вырезать видос, кто захочет, зайдите, посмотрите атаку фортов сегодняшнюю на английском сервере, я ее стримил. В итоге пачка, в принципе, вот такая, как вот мы создали. Больше сюда ничего не надо, у вас даже нету смотра. Только единственное место фобы там поставить Мэри либо Фрэнка. То есть такой вариант, такого варианта вам вполне хватит, чтобы держать любую топовую пачку с любыми прокачками. У меня в такой пачке, мы сейчас зайдем на английский сервер, давайте посмотрим здесь, что мы сможем сделать. Вот тоже такая же пачка. Ну, здесь 30-й прорыв, он меня сейчас сольет. У меня герои с недомоганием. То есть герои имеют 7-е, там, 6-е недомогание. То есть прокачанные герои. Ну, тут у меня пачка просто не вкачанная. То есть, как видите, ни прорывов нет. Это я так создал. Повеселиться, побегать, посмотреть, что же здесь интересного есть. Слились мы. В общем, поехали на английский сервер. На самое интересное. Покажу героев, которыми я бегал на атаке фортов. И это еще одно доказательство того, что это не спасет то, что они сделают там меньше героев, больше героев. Почему? Потому что две топовые пачки, они друг друга не убьют. Там, где есть оккультист, даже если будет менее прокачанная пачка, оккультист ее спасет. Я показывал сегодня оккультиста. Это герой, который превращает входящий дамаг в отхил. Даже если у вас будет дофига недомогания, есть герои, которые и куча разных способов снять негативные эффекты. То есть недомогание, по сути, спасать тоже не будет. Вот посмотрите, я вам сейчас покажу своих героев. То есть отражалки, дефы, отхилы, супер питомцы. Этих героев слить сложно. Вместе сочетание, вот кто там у нас был, вот в сочетании вот с таким оккультистом, эта пачка просто неубиваемая. Пробовал я Мэри. Мэри и с дамагом, и с дефом. Да, она классная, все, она все равно не спасет. То есть ее либо убьют, либо она не будет наносить дамага. То есть по сути, она как бы в некоторых локациях решает, в некоторых локациях она в такой сборке не будет решать. На атаке фортов мы пробовали,
она сливает там одного героя. Возможно, если будет типа засчитывать, что если у вас слили одного героя, то вы типа вы, ну, вы проиграли, там, либо выиграли. Но в топах, когда все ставят одинаковых героев и стоит оккультист, Мэри ничем не поможет. То есть у нас была пачка вот такой вот ворожей, оккультист, потом кто там у нас еще был, Зефир, Фрея. То есть максимальное недомогание, вот вам недомогание седьмые. Плюс Овник. Овник у нас тоже, по-моему, с недомоганием. Плюс супер питомцы. Суперпэт, который тоже на 3 секунды понижает отхил. И все равно этого не хватает, чтобы убить обычного простого там Зефира с маскировкой, с выживанием. В принципе, плюс-минус бывал, был момент, мы там практически затащили. Но надо еще дополнительно сюда вместо той же самой Мэри поставить Фрэнка. И, в принципе, как бы, как и на битве гильдии, много дамага можно затащить. Но суть не в том. Когда у вас встретятся две топовых пачки с оккультистом, такой момент у нас был там два раза, по-моему, на атаке фортов, у нас получился трэш. Две пачки, они стоят против друг друга, и они убить не могут. То есть, если они решат даже, что там у кого меньше героев останется, то типа проиграл. Ладно, бог с ним, пусть будет так. Но вариант, когда будет две топовые пачки, опять не решен. Нам обещали, что я не знаю, где там взяли эту новость, или это будет в следующей обнове, что поменяют атаку фортов, сделают раз в неделю, но, к сожалению, на практике нам следующую атаку фортов придется ждать 3 недели. Я не знаю, что дальше будет, почему так. На английском форуме, сейчас мы зайдем на английский форум. На английском форуме даже составили тему, администратор создал тему, сейчас я открою. Вот, на английском форуме есть тема, сейчас мы даже ее давайте переведем сразу. Который администратор спрашивает, я не знаю, или можете, кто хочет написать, можете зайти и кинуть свои предложения по поводу... Вот, и уважаемые клэшеры, в последнее время получил много советов по поводу локации порты. Какие механизмы должны быть у Триггерин, чтобы сделать соревнования честными и интересными? Предложения должны конкретно касаться присуждения битвы. Ну и то есть имеется в виду после битвы, то есть после раунда победитель должен быть определен командой, у которой больше всего героев. Если в обеих командах осталось одинаковое количество героев, то наступающая сторона проиграет битву. Если вы считаете, что это изменение не решит проблему таким, ну, должным образом, пожалуйста, не стесняйтесь указывать здесь почему, а также ваше предложение о том, как решить эту проблему, тоже здесь. И вот тут сразу вопрос. Вот они изменят. Они уберут, они сами создают себе проблемы с атакой фортов. Они добавили таланты, они добавили героев, которые просто имбалансные для этой локации. Даже если они сделают, что какого-то героя сольют, то есть мы откидываем, что там вот будет там кто там с Фрейей, с Огником. То есть это решит проблему больше для донатов прохождения. Они будут просто сливать всех подряд. И опять же, победит тот, кто захватит таким составом, который я показал, первым башню. То есть кто туда не нападет, он просто сольется.
он просто сольется на таком составе. Соответственно, вот эта вот проблема, что они написали, если будет одинаковое количество героев, то наступающая сторона проиграет битву. Это будет, по сути, та же самая атака фортов, которая у нас есть. Пачка просто не убивается, даже такой же пачкой, даже сильнейшей пачкой, потому что есть определенные нюансы, есть ограничения, и, соответственно, как бы ты ни старался, какие бы ты там прокачки ни сделал, что бы ты ни делал, максималки, они все равно не вывезут пачку с оккультистом. На сегодня оккультист реально имбалансный герой, и на атаке фортов, когда ты попадаешь на пачку с оккультистом, ты ничего не сделаешь, ни домогания тебя не спасут. Я даже сейчас не знаю, сейчас может зайдем. Давайте я сейчас заберу, зайду. На свой канал. Так. И с вами просто покажу вам именно этот момент, где пачка ничего не решает. То есть, если они это сделают. Это мы напали пачкой максимальный, то есть мы не можем просто убить этого героя. Да, у нас больше, нам в данном случае нам засчитают победу, если они изменят опять же эти правила. Ну, по сути, ничего не поменялось. 3 минуты, минута. После этого я взял уже пачку с Фрэнком, но мы натыкнулись на другую проблему. Ему засчитали победу, то есть если введут изменения, будет совсем все по-другому. Теперь сейчас мы составим другую пачку. Фрэнк, Фрея, Мэри. Блядь, я буду пока вроде. Так, здесь мы убиваем. Вот. Пачка с оккультистом. У меня нету оккультиста, потому что я охотился на предыдущую пачку. Но пачка с оккультистом, внимательно просто, это у нас 23.15, 23 минута, кому интересно, там плюс-минус можете помотать, посмотреть, там я разные сборки делал. В данном варианте пачка просто не сливается даже. Вот посмотрите внимательно на его героев, они не проседают. Точно так же не проседают мои, соответственно, какая бы у тебя прокачка ни была, ты ни хрена не сделаешь. То есть получается, опять же, мы заходим в тупик. Я имею в виду донаты. Без доната это понятно. Они ни хрена не сделали. И так не сделали. И тут тоже ничего не сделают. Но этот вариант тоже не катит. Просто бред. То есть они сделали героев. Они сделали локацию. Они сделали героев. Они делают дальше таланты и прочее штампуют. Но они не понимают, что поменяв как бы правила, вы не поменяете, ну, уже эту локацию. То есть даже если вы каждый раз добавляете что-то новое в игру, вы должны подумать, как оно будет влиять на предыдущие локации. То есть тут, что бы нам ни сделали, какие правила бы ни сделали, по дамагу, там некоторые ребята, возможно, там по дамагу как-то сделали, кто больше дамага нанесет. Но опять же, вопрос такой, знаете, спорный. То есть опять же, какая-то доля везения, ты не можешь ничем не управлять, не собрать, ну, то есть бред. И реально эта локация на сегодня просто умерла. Я не знаю, как реанимировать. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но это просто абзац какой-то. Что бы мы ни использовали, что бы мы ни делали, по сути, это никак не изменит локацию, никак оно не повлияет на игровой процесс. То есть тут такое. Безвыходная ситуация, как по мне. Возможно, какие-то нюансы будут. Вот мы заняли первое место. Три недели нам вообще просто сделали, блин, еще плюс одну неделю отката. Короче, от этого, ребят, реально бомбит, потому что ты качаешь героев, ты делаешь прокачки, ты ни хрена не можешь сделать против одного-двух героев, против пачки определенной с определенными героями, которые просто друг друга усиляют. Что бы ты там ни делал, ты их не сольешь уже. Какие бы у тебя ни были прокачки, а на английском у меня прокачки топовые герои, ни хрена не поможет. Вот просто тупо нифига. То есть настолько уже дисбаланс везде, что хрен его знает, что делать. В общем, вот такой вот видосик решил записать, показать для тех, кто не в курсе, не в теме, потому что многие спрашивали и спрашивают, что же делать, как, что поменялось, не поменялось, ни хрена не поменялось. Обнова сделана вообще ни о чем просто.
которая прошла. Посмотрим, что будет дальше. Пишите, в общем, комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.